две возможности, и мы рисуем третью. Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Моя добыча. Хочешь жить, умей вертеться, аттракцион называется. Сейчас надо еще взять где-то качан капусты. А я знаю где. Может, ты исходишь? Сходи-то схожу, но полы ты сама помоешь. Ты же знаешь, потому что у меня палец нездоров. В французских землях мы закупили багетов, штук, наверное, 5 или 6 таких длинных купили. И очень важно в яхте их не испортить. Лучше пусть сгорит, чем сгниет. Поэтому мы держим их без пакетов. Они через неделю, 10 дней становятся вот такими вот. Ими можно гвозди забивать. Бум-бум. Но зато они прекрасно режутся, и из них получаются брусчаты или гренки. А если держать в пакете, стремясь сохранить мягкость, то на второй день уже появится плесень, и, короче, придется все это выбросить. Поэтому мы вот это вот все сушим, а потом у нас получается музыкальный инструмент, из которого мы готовим гренки. А гренки мешаем вот в таком контейнере, заливая водой, я уже размешала, конечно. То есть яйцо, сухое молоко и вода. Не надо тут снимать, здесь очень некрасиво. Пришла пора менять галс, потому что ветер относит нас к востоку. Ночь Лазимы бежала под маленьким стакселем, а к утру ветер немного ослаб, и теперь можно поднять грот, что сейчас и делает наш Андрюха. От солнца, который незаменим в тропиках, но в арктических широтах и в антарктических можно обойтись и без него. Море прекрасно, спокойно, и зыбь невысока. Вчера была зыбь очень высокая, а
сегодня нет. Там капитан колдует над замуровкой окон. А мы идем под всеми парусами. Исторический момент. Сейчас папа приклеит намертво окно, чтобы нам не было холодно в Антарктиде. А почему таким мрачным голосом? Потому что мое любимое окошко приклеивают. Сейчас вот это окно мы посадим на клей. Герметик. И больше оно не сможет открыться. А, маманя. Андрюха заклеивает окно в рубке. Мы идем на 37-ю параллель. Так красиво идем. Под всеми на этот раз парусами. Просто абсолютно под всеми. Вот это только первое окошко, от которого мы отказались. Уже совсем скоро появятся и следующие, и причины этому будут гигантские, но об этом мы расскажем потом. Это все значит, что окно у нас открываться не будет. А облизать? Начисто. Шутка. Это сложно, сейчас я выключу камеру. Мы заклеиваем на герметик это окно, потому что оно течет. Но когда мы будем идти по 50-м широтам в минус 2, и волны будут хлестать нам, не буду говорить куда, вот это окно должно быть, короче, непротекаемо. Потому что возни и так хватит. Будем надеяться, что это окно теперь герметично. Как сделать так, чтобы окна не текли? Ответ: убрать окна. Заклеить. Нафиг. Напрочь. Все, мы идем в холодные широты. Нам там проветривание из всех окон не так актуально будет, поэтому самые текущие окна решили заклеить полностью. На ближайшие полгода. А отрывать как будем, с мясом? С кровью. Окна с кровью. Через полгода ждите новый выпуск новостей. Окна с кровью. Итак, окно мы заклеили. Дети, пользуясь случаем, заполняют свои дневники о том, как им хорошо живется в яхтинге. Мы же еще не дошли до ревущих сороковых. А у меня там борьба с папайей идет за выживание оной. Потому что папайя салата из них не получилось. Так, а они просятся скорее в помойку. Мы их ловим на пути к помойке, вырезаем все, что уже помойное. И превращаем в варенье из папайи. Теперь у нас папайная диета. Вот эти вот 7 штук еще меня не победили. Но 4 уже побеждены. Кипи вода, бурлячок. Кипи вода, бурлячок. Недаром я не сплю, ведь мальчиков и девочек. Ну, бла-бла, короче, да. Это варенье из папайи, которое у нас килограмм 100. Ну, ладно, 50. Ее надо спасать. Любители папайи. Да уж, любители папайи. Маньяки по папайи, судя по количеству. А вот там уже готовое варенье в домике. Пум, мы уже половину кастрюли слопали. И они разные, потому что папайя была разного цвета. Такая вкуснота. Тра-та-та-та-та-та-та. Наша старушенция Генуя, похоже, собралась на покой. Оттого регулярно лопается по швам и просит каши. Сейчас мы еще можем тягать машинку на палубу и паруса к ней поближе, но в 40-х, 50-х широтах это будет сделать всяко сложнее. Забирай на руку.
Посейдон сегодня явно был в хорошем настроении, когда заглядывал к нам в Южный Тихий океан. И он даже позволил нам зашить парус до ухудшения погоды. На завтра обещают до 30 узлов ветра, это около 15 метров в секунду. А швейная машинка и палуба в такую погоду несовместимы. Машинка тогда превратится в 30 килограммов летающего железа и точно кого-нибудь пришибет. Океанский ночью рвет парус, и утром его надо скрывать. Идут. Даже такая мощная машинка, как у нас, не выдерживает всей гигантской мощи наших парусов. И поэтому иголка сегодня лопнула у нас 3 раза. Надеюсь, что это было последние 3 раза за сегодня. Смотрите направо, там океан. Налево, там тоже океан. Вот тут лежит парус, который меня заставили идти и помогать жить. Меня подняли, чтобы я сидела и держала нитку прекрасно. Я тут замерзла, оголодала и вообще ожесточилась. Я замерзла и хочу есть. До свидания. По меркам Тихого океана мы еще в самом начале перехода, длиной в 2 месяца и в 6000 морских миль. Чтобы не падать в обморок от того, что нам предстоит, мы с Настей решили разбить этот путь на этапы. Первый этап закончится, когда мы подойдем к 37-й параллели, к той самой точке, вокруг которой когда-то Жюль Верн закрутил сюжет своего лучшего романа. И эта точка называется «Риф Мария Тереза». Тереза. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.